Мы привыкли видеть их в форме, правда, не в хоккейной. На воскресенский лед сотрудники ГИБДД вышли впервые. В товарищеском матче приняли участие две команды. Сборная, состоящая из сотрудников воскресенского отделения и 6-го батальона 2-го полка ДПС, они играли в белом, и команда УМВД Коломенского района, желто-синяя форма. Во-первых, способствует взаимодействию среди сотрудников. Во-вторых, те эмоции, которые возникают в процессе службы, может быть, где-то даже можно и поспорить друг с другом. Лучше пускай выплескиваются здесь. Ну а в целом, я считаю, в здоровом теле здоровый дух. Ну и вот на примере этого матча хотели показать, что соблюдение правил полезно везде. Соблюдаешь правила в спортивном поле, выполняешь указания тренера, приходишь к победе. Так же и по жизни. Соблюдаешь правила дорожного движения, в целости и сохранности доезжаешь до нужной точки. В товарищеском матче принял участие и наш знаменитый земляк, заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. Впервые Сергей Леонидович встал на коньки в 4 года. В школьную пору играл во дворе с друзьями и даже принимал участие в турнире. Играл за команду «Гигант», мне это очень нравилось, у нас своя команда была, ездили на соревнования, тоже очень здорово. Ну и потом, где служил, там в Монголии тоже у нас была своя команда, тоже играли. Потом в Ленинградском военном округе, поэтому где мог, всегда вставал на коньки. Столько много ребят, людей, мужчин, детишек занимаются этим прекрасным видом спорта, и поэтому это нужно всячески пропагандировать, здоровый образ жизни. Стремление к здоровому образу жизни, спортивный азарт и масса положительных эмоций. Наверное, это главное, что каждый игрок вынес из товарищеского матча. Что же касается результатов игры. Со счетом 6-1 победила сборная команда 6-го батальона 2-го полка ДПС и отделения Воскресенского ГИБДД. Александра Катаева, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.